27 ноября в образовательном учреждении номер 57 микрорайона «Ипподром» состоялась торжественная церемония открытия памятника, посвященного командиру батальона 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии майору Алексею Суханову. Открыл мероприятие торжественной речью глава Дагестана Сергей Меликов. В Алексея Сергеевича воплотились самые лучшие черты настоящего российского офицера. Готовность к самопожертвованию во имя высших нравственных целей. Способность принимать и самостоятельно осуществлять ответственные боевые задачи. Сочетание гибкости управления и твердости ума. Под Мариуполем майор Суханов доказал, что по праву считался одним из лучших, рискуя перед грозным врагом. За неделю до гибели он вынес с поля боя из-под отстрела своего раненого товарища. Двое военнослужащих полка морской пехоты под гимн Российской Федерации и Республики Дагестан сняли шелковую парашютную ткань и почтили память героям минуты молчания. Стоит подчеркнуть, что в мероприятии также приняли участие командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Александр Пешков, вдова героя Ирина Суханова, а также близкие и родные. Напомним, что командир батальона морской пехоты погиб от минометного обстрела, когда выводил танки перед наступающим врагом. Вместе со своими солдатами офицер вел оборонительные бои против пехоты и бронетехники нацистов в поселке Владимировка в Донецкой Народной Республике. Завершилось мероприятие награждением личного состава полка морской пехоты Каспийской флотилии за заслуги перед Отечеством.